Новогоднее прочтение известного произведения Льюиса Кэрролла в Самарте. На традиционной елке главы Самары собрались учащиеся с 1 по 5 класс. Елка проводится ежегодно. Она проводится в разных театрах, в разных помещениях. В этом году мы определили Самарт, потому что, на наш взгляд, то представление, которое они готовы, и которое сейчас начнется для ребят, оно будет самым лучшим, одно из самых лучших. На сцене интерактивная постановка «Сны Алисы», а во сне чего только не приснится. Вот и известные персонажи Льюиса Кэрролла, Алиса, Чеширский кот и гусеница, подружились с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, которые поздравили ребят с наступающим праздником. А перед спектаклем для детей была подготовлена экскурсия. На ней они познакомились с героями знаменитых произведений. Так мы показали деткам куклы наших художников-бутафоров, которые у нас располагаются в выставочной зоне на втором этаже. Очень интересная экспозиция. И наши бутафоры провели для них прям индивидуальные экскурсии для каждой из групп. Рассказали, из чего делаются куклы, как долго они делаются. В этом году на елке главы побывало около 800 детей. А в финале развлекательной программы каждый ребенок получил сладкий подарок. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События.